На дереве у дома кот ученый с вопросами к нему пес Шарик. Семейство пчел и лягушек живут на клумбе по соседству. Еще одна семейка – зайцы. Игрушки будто получили вторую жизнь после пыльных чердаков. Пока работали, здесь зарастало все травой. Как пошли на пенсию, это самое. Вот с соседями, первые соседи начали, взяли землю, это самое, решили немножко привести в порядок. А игрушки сначала на мусорках люди выбрасывали, а мы собирали и что-нибудь придумывали, это самое. А потом сейчас к нам и соседи приносят. Делятся семенами и рассадой растений. У затейников, проживающих в многоэтажке на улице Лермонтова, даже свой мини-вариант белой шляпы. И как по цепочке благоустраивают дворовые территории друг за другом. Из поваленного дерева получилось два пня. Их обживает семья львов. Отдыхающим очень нравится, потому что не видели они нигде такого. Анатолий Кулик с удовольствием рассказывает и показывает, с чего все начиналось. 3 года назад здесь был заросший сорняком участок. Сегодня игровая декоративная площадка. Была бросовая земля, росли кустарники, трава. Решили, значит, преобразить этот участок. Наряду с этим у меня жена очень любит ухаживать за цветами. Начала ухаживать за цветами, сажать цветы, значит. А я потом наряду с этим решил уже благоустроить немножко территорию саму. Первая декоративная фигура, он же охранник клумбы, пенек, настоящий со всеми сучками. На скамейке ручной работы музыканты. Супруг симпатичной козочки переехал из соседней клумбы для гармонизации отношений. Мы говорим, давай к твоей козе козла дадим, а к моему зайцу девочку это самое. И уже получилась пара. Спошили юбку, корзинку с этой. Вот так вот и делимся. Теперь играют и поют вместе. Анатолий Кулик вырезал для них инструменты из дерева. Присоединилась к акции благоустройства двора Татьяна Марченкова. Тоже глядя на соседей, выглянешь с окошка. Один был пустырь, а у них, посмотришь, красота. Тоже решила навести порядки здесь и на этой стороне. Понемножку теремочек сделали. И так ухаживаем. Слава Богу, тоже спасибо им большое. Кандагар помогает немножко с водой. А так собираем, с домом выносим, поливаем. Ухаживаем за своим двором. Руководитель организации «Кандагар» ежедневно помогает водой, помог установить и ограждение. Чисто по-соседски. Их офис находится здесь же, в чудо-красивом дворе, на Лермонтова, 82.